Никто не задумывается, сколько питательных веществ можно получить из чайных листьев, если употреблять их в пищу. Все мы знаем, что пить чай полезно, но что вы скажете, если я предложу вам есть смолотые листья чая? Так делали в Китае тысячи лет назад. Затем эта традиция распространилась в Японии. Цельные листья измельчались в порошок, к порошку добавлялась ложка воды, а затем эту смесь выпивали полностью. Теперь это уже кажется хорошей идеей. Зачем зря выкидывать чайную заварку после чаепития, если можно употреблять все содержимое чайника или добавлять его в самое необычное блюдо? Употребление молотых чайных листьев. Вредно, безвредно или полезно? Очень полезно. Легко взять с собой пакетик чая. Где бы вы ни были, просто высыпьте его содержимое в бутылку с водой. Вы не добавите ни одной калории и в то же время добавите много питательных веществ, куда бы вы ни направлялись. Так что всегда берите ее с собой.